Поделюсь, как приготовить детское пюре из цветной капусты в домашних условиях. Такое пюре может быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром или основой для супа. Цветная капуста считается абсолютно безопасной для детского питания, обычно ее вводят в прикорм уже на 7-8 месяцев жизни крохи. Для детей постарше, наличие цветной капусты в меню не менее важно, достаточно давать ее 2-3 раза в неделю. Простой рецепт пюре из цветной капусты описан ниже. По желанию можно приготовить на его основе не менее полезный крем-суп с добавлением других сезонных овощей. Я обычно раскладываю готовое пюре в чистые простерилизованные стеклянные баночки и храню в холодильнике несколько дней, доставая по мере надобности. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подготовьте все ингредиенты. Капусту промойте и разберите на соцветия. Переложите цветную капусту в кастрюлю, добавьте воду и лавровый лист. После закипания варите капусту 15-20 минут, до мягкости, воду слейте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Пюрируйте капусту при помощи блендера, мясорубки или ситечка. Мне нравится, чтобы капуста была с небольшими кусочками, не слишком однородная. Влейте кипяченое горячее молоко, отрегулируйте на соли, добавьте кусочек сливочного масла. Детское пюре из цветной капусты готово. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Капуста цветная, 300 грамм. Вода, 350 миллилитров. Молоко, 4 столовые ложки. Можно заменить на сливки или отвар от капусты. Лавровый лист, 1 штука. Соль, по вкусу. Масло сливочное, по вкусу. Количество порций, 4-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся.